Ребятушки, всем привет, всех приветствую на своем каналчике. ФБР на связи, как вы видите, я вещаю из города Харькова. Света нет, вот телефоном пользуюсь, фонариком с телефона свечу, blackout. Вы пишете, что люди эвакуируются. Ну, наверное, ребят, кто-то эвакуируется, переезжает в какое-то лучшее место. Вот и я решил, ребят, прямо сейчас, прямо здесь, как говорили вы мне раньше, Саша, пора менять шапки. Пора переобуваться. Вот и я решил снять ФБР, свою кепку, поменять на другую, чтобы меня, собственно говоря, не узнали, не угадали. Сейчас переобуюсь и на выезд. Решил, ребятки, выезжать. Что сидеть дома без света, без интернета? Какой смысл? Надо, ребятки, рвать когти. Вот такие делишки. Ну, ребятки, время переобуваться, как вы говорили, в полете. Вот тоже тапки скидываю, кроссовки переобуваю. Настало время. Беру вещи, которые собрал, сейчас покажу, и путь дорожку. Брал, ребятки, себе вот такой нехилый рюкзачок. Беру его, и, как говорится, путь у нас будет не близкий. Погнали, мои хорошие. Вот наш Зевсунька. Видите, на улице еще темно. Зевсунька, мой хороший, я уезжаю. Принял такое решение. Буду тебя оставлять, тебя, маму. Держи печеньку от меня. Держи еще одну. Держи про запас третью. Все, мой Барбосович. Пока-пока. Пока, Зевсунь. Сижу, ребятки, в думающей кепке. На секундочку. Посмотрите, какая красота сзади меня. Да ты шо? Саня Деревня. Пушка, ракета, бомба, петарда. Все, выехал, ребят. Надоела городская жизнь. Уехал на Западную Украину. На Закарпатье. Сижу тут. Тут, конечно, страшней, чем в Харькове. Рыбу ловлю, поняли, все такое. Ну, короче, вы поняли, ребятки, мой сарказм. Сижу. Решил сделать себе небольшой релакс. Ну, я думаю, рыбы тут не будет особо. Ну, посижу хоть часик, полчасика. Покайфую, свежим воздухом хоть подышу. Так что такие делишки. На рыбалочке, ребятки. Потихоньку, помаленьку. Сижу, разложил свои снасти. Удочка вот моя. Оп. Тут в камышах что-то трется, что-то булькает. Природа, красота. Смотрите, какая удочка. Красота, природа. Вымывается, выкупывается. Даже не подозревает, что ее уже весь мир смотрит. И жопчина. Крякала тут что-то, деток своих звала. В камышах. Ребят, в камышах что-то там гуляет. Видите? Это, наверное, рыба трется. Я так, а ну, мужики, бо я уже не был с этой войной 2 года или 3 на рыбалке. Это, наверное, я так понимаю, что рыба трется, да? В камышах. Ну тут такое бывает, знаете, что ж камыши вырываются. Какой дурдом там начинается в этих камышах. Приехал половить рыбку. А точнее пришел или приехал. Хер его знает. Ну короче, сам факт, что гудит тревога. Бесконечно. Холодная вода, на низу, короче, ребята, опарыша, на низу опарыша, он весь скукоживается и не шевелится. Я думаю, что холодная вода просто-напросто. Такие дела. Но рыба по камышам гасится. Терка, наверное, пошла, че как оно тогда? Правильно, напишите в комментах, кто в курсах. Рыбаки, он тоже. Тянут, что-то потянут, вытащить не могут.
килограммового там карпа какого-то. Так, ребят, решил я бутербродик классический, короче, опарыш и мотыль. Кстати, 35 гривен стоит у нас доза мотыля и доза опарыша. Рыба, кошмар, что она вытворяет? Это ли щука гоняет, или что, я не знаю. Камыши ходором ходят, ребят. Напишите там в комментариях, что это значит. Саня вот так одел носки, потому что у нас клещей очень-очень много, ребят. Да, ребят, хоть и не клюет, но все равно кайфово. Сидишь, отдыхаешь, дышишь свежим воздухом. Но мысли не покидают, что прилететь может в любой момент. И куда прилететь, неизвестно. Еще война, и она не закончена. Ну, короче. Раньше ты сидел, отдыхал, единство с природой было, а сейчас ты хоть и сидишь, отдыхаешь на рыбалке, вроде как, но это не отдых, потому что вот эти мысли, они тебя гоняют, гоняют, накручивают, накручивают. Просто трэш. Такие, ребят, делишки. Так, решил снять вам распаковку. На что я ловлю, короче. Поняли? Смотрите, вот. Опарыш вот такой вот. Красавчик. На бутерброды самое то. Так, потом вот такой, значит, мотыль. Красавчик. На солнышке играет. Так бы и ел бы сам. А рыба не хочет. Червячков вот таких накопал. Змеи, видите, лезут уже с коробки, вылазят. Мутанты. В огороде. Красавчики. Батя пришел, экипировка сумасшедшая. Лесопед. Да ты что там? Сейчас всю рыбу выловит. Смотрите, какой бомбозер. Жабыня. Оп, сидит. На чили, на расслабоне. Смотрите, ребят, какая красота. Обалдеть, да? Пейзажи. Батя, он уже настраивается. Сейчас как пойдет килограммами, тоннами тягать рыбу. Люди на машинах приезжают, видите? Смотрите, какая красота, ребят. Вот это да. Не передать, да? Здесь надо побывать, чтобы это передать. Уточки плавают. Батя, он все там приводит в порядок. Смотрите, какие хаты у нас. После взрыва, после прилетов люди даже не ремонтируют. Ремонтировали, потом и бросили. И без окон, окна повылетали. Утки только что так летали, красиво где-то улетели. Шо, ребят, хвастаюсь уловом. Улитка. Будьте так любезны. Такая красота. Ждал рыбу, получил улитку. Только что сижу, ребят. Как лупануло, как гэхнуло. Вот тебе и рыбалочка. Эта война достанет где хочешь, где не хочешь. Везде. Такие дела. Смотрите, бомбозер. Лиза, Лиза. Жабыня. Потихонечку, не спеша. Помню, как-то с кентом на рыбалку приехали. Жабу словил он. Топориком разделал ее. Пожарил на мангале. И заточил. Говорит, вкусная ты что, говорит. Жабьи лапки вообще бомба. Может, не рыбу мне надо ловить, а жаб. Поклевок что-то. Он дальняк стоит, даже не шевелится. Поплавок было. Пару таких, знаете, типа поклевок. И все. Слабеньких. Однако это очень маленькая рыбка. Вылезла жаба на солнышке погреться. Смотрите, как щуки дует.
рассудка. Попрятались ящерки. Он один только хвостик торчит, видите? Хвостик. А вон голова вылезла. Поглядывают. Помню, в детстве ловил их по огородам. Игрался и отпускал. Но за хвосты никогда не брал. Потому что жалко. Отрываются, а потом жалко. Релаксовал немного ужик. Видите, ребят? Пополз. Змея. Присмотритесь хорошо. Оп. Поплыл. Сейчас только хватит какую-нибудь утку. И на дно потащил, гад. Наловить в аквариум, да, ребят? Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего. Ла-л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 а. Ну, зато посидел, думал, что отдохну. Отдыха не получилось, бесконечные тревоги. Поклевок никаких, перезабрасывал и менял тактики по барабану. Ну, короче, как-то так, ребят. Нету отдыха даже на рыбалке, потому что ты не отдыхаешь морально, как раньше. Понимаете? Что сел, расслабился, забыл обо всем. О войне забыть невозможно. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.